достаточно дико и обидно слышать совершенно необоснованные и оскорбительные пасквильного тона обвинения в адрес целого региона, который сегодня имеет, промышленность которого сегодня имеет, и люди которого сегодня имеют огромное значение для нашей страны. Что касаемо замечания губернатора Евгения Куйвышева, он совершенно корректно, насколько позволяет ему его должность, посоветовал тебе, Владимир, следить за языком. А ты перешел на оскорбление и начал с чего-то блатовать, уповая, там, кивая в сторону Уралмаша. Так вот, тебе следовало бы знать, что когда Евгений Куйвышев заступил в должность полномочного представителя президента, уралмашевской группировки как таковой уже давно не было. Он пришел из Тобольска, из Тюмени. И если бы тебе делала замечание уралмашевская группировка, которая тоже убежден, настроена патриотично в отношении нашего города и нашего региона, они бы тебе по-другому сказали. Они бы тебе сказали: слышь ты, Штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города, а еще лучше закуси свое поганое жало. Но тебе же сказали не так, а ты перешел на оскорбление. Губернатор по понятиям, губернатор на понтах. Ты-то с чего заблатовал? Ты ведущий, которого смотрит вся страна, и обязан поэтому, представляя мнение правительства, мнение Кремля, особенно следить за своим языком. А в данном случае